Скачили и в кому отдали смерть. В Перми 9-летний мальчик качался на качелях во дворе одного из домов. Падение с них привело к гибели ребенка. Случившееся попало в объектив камеры видеонаблюдения. Все произошло в Мотовилихинском районе краевой столицы. Двор одного из домов неподалеку от универсального дворца спорта «Молот». Место тихое, на окраине, далее лог. Не местные здесь бывают редко, а местные жители частенько отдыхают на этой площадке. Дети, как правило, на качелях, в игровой зоне или в песочнице. 25 сентября 9-летний мальчик качался здесь, сделал так называемое «солнышко». Затем решил спрыгнуть и неудачно приземлился. На качели перевернулся, в больницу увезли. Ходит собака, по гаражам прыгают тоже. Тогда он в межгаражей навернулся, а он... Крутился, да, крутился и старое они все. Все менять-то. Раньше там были, а сейчас сюда принесли. Ты что, это давно просили поменять? Да, давно просили. А кому надо тут? Парень оказался в больнице. Врачам спасти его жизнь не удалось. Через несколько дней он умер. В ситуации разбираются сотрудники Следственного комитета. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть причинение смерти по неосторожности. Вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. В настоящий момент проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также лиц, ответственных за установку обеспечения безопасности данных качелей. Следователи изъяли запись с камеры видеонаблюдения, установленной на доме, и опросили очевидцев случившегося. На контроле вопрос держит и прокуратура. Стоит задача дать правовую оценку действиям и бездействию ответственных должностных лиц администрации и управляющей организации. Качелей, которые связаны с трагическими событиями, во дворе уже нет. Олег Романов, Михаил Осетров, телевизионная служба новостей.